Добрый день! Сегодня с вами я, Галина Землякова-Литвинова, и я хочу вам показать, опять же, о нашей инвестиционной программе «Фрактал». Это мы в моем кабинете, бэк-офисе Global Intergold. Приобрести инвестиционные пакеты вы можете 1800 евро, 3300, 450 и 650. На сегодняшний день стоимость ценных бумаг составляет 919,44 евро за одну штуку. Я приобретала ценные бумаги 2 месяца назад. Стоимость ценной бумаги для меня была 10 евро. На сегодняшний день ценные мои бумаги выросли, практически их стоимость в 2 раза. За месяц стоимость увеличилась на евро 33. Главное, что должно быть в ценных бумагах, это регистрационный номер и СИН. Придя в любой банк, вы можете узнать о наличии ценных бумаг компании Global Intergold на своем счету, узнать о их количестве, текущей стоимости, благодаря номеру и СИН. На сегодняшний день текущая стоимость идет 5900, прирост капитала мы видим 3700 евро. И хотела показать вам также и порадоваться за наших новых партнеров, за новых инвесторов, которые приобрели свои ценные бумаги в нашей компании. Секрет успеха прост. Делай. Каждая ценная бумага, как я вам уже говорила, подкреплена золотом. В нашей компании все больше доверяют людей, все больше людей доверяют золоту и доверяют Global Intergold. На сегодняшний день 204 страны участвуют в маркетинге, участвуют в инвестировании. И хочу поздравить партнера из России, из Израиля. Как я вам уже говорила, ценные бумаги подкреплены золотом. И инвестиционные пакеты, начиная от 450 евро, 650 евро, 1800, 3300 евро и 39900. Помимо роста ценных бумаг, вы еще также имеете 18% годовых в общей сложности, 12% годовых это идет прирост, и 6% бонусы, вместе 18%. Ну и плюс, естественно, рост ценных бумаг, даже если вырастут в 3-4 раза, на чем вы убедились, что даже при росте их за 2 месяца почти в 2 раза. Приступайте и делайте. Не нужно только желать, нужно действовать.